Жертвами сильнейших снегопадов в США стали уже 16 человек. Большинство погибли в дорожных авариях, несколько бездомных замерзли на улице. При этом синоптики предупреждают, американцам надо готовиться к худшему. В ближайшие два дня могут быть побиты рекорды низких температур, одержавшиеся десятилетия. На северо-востоке страны до минус 30. В зоне снежного шторма оказались более 100 миллионов человек. С перебоями работают аэропорты Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Филадельфии и Вашингтона. Только за минувшие сутки отменены 3000 авиарейсов, еще несколько тысяч задержан.